Всем здрасте, всем привет. Смотрите, какое гнездо. Значит, на дно положила я не один раз солому, потом взяла, притащила сено грубое. Смотрите, тоже не нравится им, все выкинули. Сегодня утром обрезала, значит, крылья всем подряд. Всем подряд. Козы за мной пришли. И вот перо подложила. Вот остатки. Перо с крыльев. И все равно им не нравится. Но она мне вот одно яйцо я положила, чтобы у меня гнездо не пустовало. И вот курочка мне одно, значит, за весь день яйцо одно снесла. Так, вот такое у меня гнездо. Ради эксперимента у нас делают такие гнезда, я читала в объявлении, и не хочу я платить зря. Столько я покупаю, и все зря. Много чего покупала, чисто вот думала, что мне это пригодится в моем хозяйстве, что а вдруг, и все это... Или убиралась куда-то в сторону, а потом в итоге это все выкидывалось. И вот решила я попробовать, посмотреть. Сделала вот такую вот дверку. Нашла глубокую корзину. Веревочками прицепила вот эту картонку, значит. И начала ждать, когда утром я обнаружу там десяток яиц. Нифига не обнаруживаю. Вот второй раз снеслись. Видно, это одна и та же курочка. Косы кусаются. Так, ну вот такое вот гнездо. Надеюсь, что им понравится. Сегодня вечером опять заложу, значит, сюда побольше грубой. Грубого сена. Ребят, такой у меня к вам вопрос. Все горошки от моих коз съедаются моими этими мелкими цыплятами. И интересно, им это не навредит? Я боюсь. Ничего с ними не будет. Все от них, все отходы коз, все съедается. Вот так вот. Давайте выходим. Уходим. Эти за мной. Так, единственное у нас тут дерево. И все-таки я не успела. Я не знаю, пострадало оно или нет. Видите? Все-таки они под... С корой, видите, беда. Погрызли ее все-таки. Ой. Так, где водичка ваша? Ведра опрокинуты. Так, ну все, всем пока. Берегите своих козочек. До свидания.